Мы на курорте Марианские Лазни в Чехии и сейчас проведем для вас видеоэкскурсию по спа-отелю «Олимпия». Спа-отель «Олимпия» расположен в центре курорта Марианские Лазни, на расстоянии 500 метров до главной крестовой курортной колоннады с минеральными источниками. Директор спа-отеля «Олимпия» Даниил Вашичек работает в сфере отельного бизнеса с 2002 года. Даниил, расскажите, пожалуйста, об особенностях вашего спа-отеля. В данный момент наш отель располагает 97 комфортно обустроенными номерами. За последние годы здесь прошли несколько масштабных реконструкций. Одна из них – это обновление wellness-центра, где значительно преобразились финская и паровая сауны, а также зона отдыха. Мы продолжаем обновлять все номера, чтобы они соответствовали самым высоким стандартам. Ванные комнаты становятся не только удобными, но и современными, как и такие детали, как шторы и постельное белье. Мы даже увеличили высоту матрасов на 20 сантиметров для большего комфорта и лучшего сна гостей. Команда медицинских специалистов – наш ключевой приоритет, и мы усердно работали над тем, чтобы сформировать профессиональный состав во главе с высококвалифицированным врачом с колоссальным опытом работы. Нашим гостям мы предлагаем не только уютное размещение и профессиональные лечебные процедуры, но и кулинарные впечатления и многое другое. Именно этим выгодно отличается наш отель «Олимпия» в Марианских Лазнях. Мы всегда рады предложить нашим гостям что-то большее. Двухместный номер «Комфорт». Площадь данной категории 25 метров квадратных. Номер состоит из прихожей, совмещенного санузла и непосредственно спальной комнаты, где установлена двухместная кровать размерами 2 на 2 метра. При необходимости ее можно раздвинуть. Далее есть телевизор, холодильник с мини-баром, отметь, что он за дополнительную плату, система климат-контроля. В шкафу установлен электронный сейф. Гостям предоставляются халаты и тапочки бесплатно. Подключение к интернету по сети Wi-Fi для гостей бесплатно. На полу ковровое покрытие. Разрешено проживание с вашими домашними животными за дополнительную плату. В некоторых номерах данной категории есть французское окно. Вид открывается на улицу или во двор. В совмещенных санузлах установлены душевые кабины. Есть фен, набор полотенец и косметические принадлежности. Мы увидели, как выглядит одна из категорий номеров. Подробнее с остальными можно ознакомиться на нашем сайте в разделе «Номера». Там есть фото, описание и видео. Гости питаются в ресторане на первом этаже. Сейчас мы пообщаемся с шеф-поваром и узнаем подробнее о питании здесь. Шеф-повар ресторана Оливер Кон работает в сфере гастрономии с 1988 года. Оливер, расскажите, пожалуйста, что и как подается на завтраке? Снедание се подава в форму буфету. Наши завтраки проходят по системе шведского стола. Мы подаем вареные яйца, омлет, глазунью, а также различные блюда из яиц, приготовленные по особым рецептам. В меню горячие и холодные мясные закуски, сосиски, колбаски, бекон, паштет. К ним мы добавляем сырные и колбасные нарезки, свежие овощи и разнообразные овощные салаты. На десерт предлагаем свежие фрукты, фруктовые салаты, сладкую выпечку, джемы, хлебобулочные изделия, мюсли и сухофрукты. Какие напитки гостям предоставляются бесплатно? Из напитков на завтрак мы подаем кофе, чай, фруктовые и овощные соки, молоко, воду. А что и как подается на обеды и ужины, и какие напитки в цене? На обед гости могут выбрать блюда из нашего меню. Мы предлагаем различные мясные блюда, рыбу и супы. В дополнение к основным блюдам на буфетном столе всегда можно найти несколько видов салата. Ужины, так же как и завтраки, проходят по системе шведского стола. Мы подаем несколько видов мясных блюд, которые ежедневно меняются, а также несколько гарниров, супы, овощи и овощные салаты. Напитки на обед и ужин гости могут заказать у нашего персонала за дополнительную оплату. Предоставляете ли вы гостям диетическое питание? При необходимости мы можем готовить некоторые виды диет. Данный вопрос необходимо заранее обсудить с нашим персоналом. Все лечебно-оздоровительные процедуры гости проходят непосредственно в здании спа-отеля в его медицинском отделении. Сюда не подведена минеральная вода. Сейчас мы пообщаемся с врачом и узнаем подробнее о лечении здесь.
Главврач спа-отеля «Олимпия» Габриэла Кракорова. По специальности она является пульмонологом, онкологом и интернистом. В медицине практикует с 1993 года. Габриэла, расскажите, пожалуйста, с какими заболеваниями либо группами заболеваний приезжают к вам в спа-отель? К нам приезжают гости после терапии онкологического заболевания, тоже гости с проблемами опорно-двигательного аппарата, тоже пищеварительного аппарата, легких, тоже с заболеванием почек и тоже хронические гинекологические заболевания. А какие методики и процедуры вы используете для лечения данных групп заболеваний? Здесь у нас разные методики лечения. У нас есть гидротерапия, разные виды ванн, например, с торфом. Потом есть термотерапия, мы пользуемся природным натуральным торфом. Есть ингаляция, тоже наши клиенты ингалуют природную натуральную воду. А есть тоже магнетотерапия, электротерапия, лимфдренаж. А my pulzujemся тоже очень хорошой физиотерапией, упражнения в воде или индивидуальные упражнения с физиотерапистом. My сосредоточены на индивидуальные потребности наших клиентов, и я тоже здесь пользую своим профессиональным опытом по моей специальности, которая есть пульмонология и клиническая онкология. В Олимпии есть собственный бассейн, наполненный простой водой размерами 5 на 9 метров. Он оснащен противотечением и гидромассажными установками. Дополнительно имеется несколько видов сауны. Гости, приехавшие на автомобиле, могут запарковать его в подземной парковке отеля за доплату, либо бесплатно на центральной городской парковке. Детальную информацию о возможностях парковки можно узнать у службы поддержки sanatoriums.com. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал и следите за обновлением авторских видеороликов, а также наших социальных сетей. И бронируйте спа-отель «Олимпия» по лучшим ценам и условиям только на нашем сайте sanatoriums.com.